Всем привет, с вами я, Алена. Я нахожусь в магазине Fix Price и приглашаю вас вместе со мной посмотреть на его новинки. Этот Fix Price находится в городе Балашиха, проспект Ленина, 81. Давайте смотреть, что же тут появилось нового, классного и интересного. И первая новиночка, вот она. Это крем-масло кокос для тела. Вот так вот выглядит баночка. Производитель Флорисан. 150 миллилитров, 77 рублей. Это крем-масло с плотной, но моментально тающей текстурой и нежным ароматом кокоса. Отлично питает, смягчает и увлажняет кожу. Поближе для вас состав. К сожалению, не зафольгировано. Запах кокоса есть, очень легкий и приятный. Долгожитель Fix Price – это Синду, Парли, Казань. Новые вот такие сыворотки для лица. 150 миллилитров, 99 рублей. Сыворотки 3 в одном. Высококонцентрированная ампульная сыворотка для лица с коллагеном. Тоник-эмульсия, сыворотка. Увлажнение и регенерация. И вторая – это ампульная сыворотка для лица с витамином С. Питание и обновление. Сыворотка с коллагеном глубоко увлажняет, питает кожу, восстанавливает упругость и эластичность, разглаживает микрорельеф кожи, придает свежесть и сияние. И сыворотка с витамином С питает витаминами, стимулирует выработку коллагена, освежает и выравнивает тон, придает сияние коже. Активные ингредиенты: витамин С, депантенол, алоэ вера, экстракт граната, углеводный комплекс 1%, равен 72 часам увлажнения. И еще одна новиночка от Синду, крем для лица, регенерация, молочная кислота и бисоболол. 50 миллилитров, 55 рублей. Нормализует гидролипидный баланс кожи, тонизирует и освежает ее. Помогает бороться с несовершенствами и жирным блеском. И еще новиночка от Свежая косметика. Это фитокосметик. Крем-масло ши для рук питательный. 50 мл, 55 рублей. С пребиотиками, без консервантов. Такую баночку необходимо использовать за один месяц. Свежее масло ши, пчелиный воск, масло бергамота, витамин Е, эластин и пребиотики. Мыло туалетное для рук, 125 грамм, 50 рублей, Хималая. Производитель — Объединенные Арабские Эмираты. Покажу вам состав, кому это интересно, изучайте. В продаже появились новые кисти для макияжа, 6 штучек в комплекте с деревянными ручками. Щеточка-расческа для ресниц и бровей, кисть-спонж для теней, 3 кисти для теней и кисть для губной помады. Всего 6 штучек, дерево, алюминий, нейлон, полистирол. Производитель — Китай. Рюкзак в составе полиэстер, нейлон и сталь. Производитель — Китай. Спереди небольшой карманчик. И вот такое одно большое отделение на подкладке. Покажу вам, как он выглядит сзади. И по идее здесь вот это все должно затягиваться. Только каким образом, я так и не поняла. Два цвета в продаже. Материалы мне очень понравились, но вот эта система закрывания очень, по-моему, неудобная. Туалетная бумага от Папи. 4 рулона, 4-слойная, 99 рублей. Большая упаковка чистящего средства для унитаза Бреф. Здесь целых 4 подвески.
И стоят они 299 рублей по 50 грамм каждая. Здесь два варианта. Это океанический бриз и лимонная свежесть. Новый ополаскиватель от Colgate Plax. Вот такой вот. В красном цвете. Я первый раз вижу в фикс-прайсе. Не содержит спирта. Новинка. Более длительная свежесть. 24/7. Защита от налета. Уничтожает до 99% бактерий. Свежесть между чистками. 400 мл. 99 рублей. Данное средство содержит фтор. И еще в фикс-прайсе теперь продается листерин. Вариант зеленый чай. Это также ополаскиватель для полости рта с натуральным экстрактом зеленого чая. 250 мл, 99 рублей. Перчатки для душа появились. Две штучки в упаковочке. Разные цвета. 55 рублей. Очень хороший товар. У меня когда-то были. Я ими осталась очень довольна. И наша любимая терочка для стоп тоже все еще продается в фикс-прайсе, но цена теперь 149 рублей. До недавнего времени она стоила 99. Производитель также Рязань. Очень классная терочка. Видите, разные есть формы. Точно рекомендую вам. Новиночка. Светильник с магнитом от Flarx. Белый свет. Стоит 199 рублей. Необходимо будут 3 мизинчиковые батарейки. Они в комплект не входят. Регулируемый угол наклона крепится к подставке за счет магнита. Также есть отверстие для подвешивания на подставке. Срок службы светодиода 30 тысяч часов. Это немало. Состав АБС, пластик и магнит. И световой поток 150 люменов. Тоже хорошо. У нас эти светильнички все в белом цвете. 77 рублей. Светильник-ночник. Работает он от розетки. Даже прям необычно в фикс-прайсе увидеть такой товар. Сильный, компактный, включается только в темноте. Внимание! Светильник-ночник имеет световой датчик и светится только в темноте. Световой поток 50 люменов. Срок службы светодиода 8000 часов. Полипропилен, сталь, Китай. Разные есть варианты в продаже. Еще парочку покажу. Такое облачко и месяц. Новые будильники 199 рублей. Вам также необходима будет одна батареечка пальчиковая. Она в комплект не входит. Разные цвета, разные варианты домиков. Животные разные нарисованы. Есть еще вот такой вот розовый с олененком. И еще вот такой вариант. Производитель Китай. Имейте в виду, что срок службы этих будильников всего лишь один год. 249 рублей набор цветных гелевых ручек. 30 штук в комплекте. 12 блестящих гелевых ручек. 10 неоновых гелевых ручек. 8 гелевых ручек с эффектом металлик. Небольшие блокнотики на 72 листа формата А6. 99 рублей. Обложка твердая, но гибкая. Внутри просто клеточки. Листики гладенькие, беленькие. И производитель Россия. Ярославль. Обложки приятные. Софт-тач покрытие. Смотрите, какую я нашла классную тетрадку. 96 листов на пружине. С такой таксой. Покажу еще несколько вариантов таких тетрадей. 55 рублей они стоят. Новые пластиковые контейнеры, две штучки в комплекте, два дизайна у нас. Один контейнер 0,9 литра, второй контейнер 1,65 литра.
Это полимер быт, Москва. Пластик полипропилен подходит для пищевых продуктов. Не нашла никаких значков о том, можно ли пользоваться этими контейнерами в микроволновке, посудомойке. Поэтому будьте с ними аккуратны. Серия Loft продолжается. Вот такая подставка кухонная. Очень классная, прочная. Мне нравится. Ножки. На ножках есть специальные силиконовые наконечники, чтобы не царапать полочки. Можно разместить как в шкафу, так и на подоконнике. В принципе, где угодно. И не обязательно использовать только на кухне. Очень хорошая полочка. Рекомендую. Подушки с натуральным пуховым наполнителем еще в фикс-прайсе продаются. Даже удивительно. Набиты хорошо, мне понравились. Не знаю, почему они до сих пор тут еще лежат. Мне кажется, их должны были раскупить быстро. И также серия Loft. Вот такие кувшины для воды. Тонкое стекло. 299 рублей. Крышка выполнена из полипропилена. Снова в продаже миски от Simax. Жаропрочные, 2,5 литра, 299 рублей. Несмотря на то, что стекло здесь очень-очень тоненькое, эти миски, да, действительно уже зарекомендовали себя с хорошей стороны. С ними все хорошо, и действительно можно в них даже запекать. Только выбирайте мисочки, вот здесь вот какая-то кривизна на ободке. И изготовлены эти мисочки в Чехии. Ну и дополняет серию Loft вот такие баночки с трубочкой за 77 рублей. Есть вариант без ручки. И с ручкой. Объем баночек 480 миллилитров. Стекло, полипропилен и жесть. Также силикон и ПВХ в составе. То есть, скорее всего, как всегда, крышечка будет ржаветь. Будьте внимательны, осторожны. И также выдерживайте температуру до 90 градусов. То есть, крутой кипяток в эту баночку мы не наливаем. Я на этом буду с вами прощаться. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Как всегда, я надеюсь, оно было для вас интересным и полезным. Не забывайте ставить мне лайки. Вам не сложно, мне приятно. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока!